Дата определена. Постановление администрации Абакана подписано. С 1 апреля в столице Хакасии стартует традиционный двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке городских территорий. План работы, в которой задействованы все учреждения и предприятия жилищно-коммунальной сферы, предварительно уже согласован. В оставшиеся 2 недели нужно решить ряд организационных вопросов. Сейчас заканчивается проведение торгов по определению подрядчика по ликвидации несанкционированных свалок в городе. Вообще в целом за весь сезон, вот весенний, осенний, летний, мы должны будем вывести чуть более 7 тысяч метров кубических свалок с улиц города. Половина предусмотрена на весенний период. Часть работ будет выполняться с помощью подрядной организации. Оставшаяся часть будет выполняться нашей специализированной организацией «Спецавтобаза ЖКХ». Также в этом году впервые для себя пробуем привлечь на выкос бурьяна стороннюю подрядную организацию для того, чтобы таким образом активизировать работу в этой части, потому что парковое хозяйство не в силах, не в состоянии обеспечить весь комплекс работ, в силу того, что город развивается, растет, и сил для этого недостаточно. Поэтому посмотрим, как пройдут торги в этой части. Но уже сейчас перед муниципальной спецавтобазой ЖКХ поставлена задача. Нужно подготовить карьер растительных отходов, расположенный в районе дачного общества под Синее, к приему прошлогодней листвы, сухой травы и веток. Обычно его коммунальщики открывают в первых числах апреля. В это время весенняя уборка идет не только в городских парках и скверах, но и в частных усадьбах. Мы готовимся к проведению ямочного ремонта, готовим все необходимые торги. Видим, какая непростая ситуация складывается сейчас на рынке и материалов, и услуг. Цены дорожают, поэтому нам в этих условиях очень непросто приходится работать, потому что все мы привыкли, что наш город должен быть чистым, опрятным, ухоженным, уютным. Поэтому мы для этого будем прилагать все необходимые усилия для того, чтобы подготовиться. Соответственно, мы призываем всю общественность города, которая неравнодушна к своему городу, которая любит свой город, для того, чтобы принять участие в предстоящем двухмесячнике и общими усилиями очистить наш город от пыли, от грязи зимней, которая вытаивает сегодня из-под снега. Кроме того, абаканцы могут принять участие в высадке деревьев и кустарников. Специалисты паркового хозяйства на сегодня уже определились с географией работ. Это улицы Катанова, Рублева, Некрасова, Павших Коммунаров и Центральная. Парк у озера Баранка и зона отдыха. В общей сложности 5000 саженцев. Весенний объем. Половина того, что запланировано на текущий 2022 год.